Как обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону в регионах, выяснял в среду председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В ходе селекторного совещания к Ивановской области у премьер-министра вопросов не возникло. Ведь на сегодняшний день у региона очень неплохие результаты. 98% котельных готовы. 10 оставшихся котельных будут пущены в эксплуатацию в течение недели. На совещании также поднималась тема долгов за коммунальные услуги. У нас тоже такие присутствуют, я имею в виду по потребителям в наших муниципалитетах, но, конечно, не в тех объемах, чтобы попадать в так называемые черные списки, но тоже проблемы есть, и в ближайшее время мы на заседании областной думы рассмотрим поправки в бюджет, где будем помогать муниципалитетам по закрытию этих долгов. Но они у нас, в общем-то, стандартные ежегодно, и здесь нужно стремиться к избавлению от этих долгов, чем мы на сегодняшний день и занимаемся, вкладывая, инвестируя средства в развитие новых котельных, в развитие инфраструктуры.